Okay. Now come question what can I take to our bag? Что же мы можем унести в карманах, махарадж говорит, отсюда? So, first thing is the necessary try wake up early morning. Not wake up this is the when like this whole night looking movie this that and wake up sleeping very late and wake up very late. Well, no, necessary timely can sleep and timely many time wake up. Что мы можем отсюда с собой унести в своих карманах? Понимание о том, как важно просыпаться рано утром, а не так, что смотреть там допоздна телевидение, фильмы, там, это могут быть и компьютеры с фейсбуками, а потом просто под ночь спать лечь и проснуться тоже поздно, соответственно. Yeah, хорошо. So, you know, scripture is telling, when after sunrise, you know, Shankar, with his associates, with this ghost, he's surrounding everywhere. If after sunrise somebody wake up, then sit, you know, Shankar's, this associate of Shankar there sit the head of this person, and this mind become disturbed, hold this mind become disturbed mind. Если человек просыпается после восхода солнца, он вдруг увидит, с какими уже, какой ужасные сны сейчас ему снились. А почему? Потому что во время восхода Шанкар со своими спутниками, а кто его спутники? Всякие оборотни, кикиморы, монстры самые разнообразные, духи различные. Шанкар объезжает, смотрит за сознанием людей. И те, кто спят при восходе солнца, просыпаются позже, они начинают, он посылает туда своих слуг, те садятся на голову и жизнь портят вообще. So you can saw, you know, every temple, you know, morning time going Mangala Arati, yeah? And every time, morning time, everybody doing kirtan, everybody chanting, why morning time they are do this thing? You know, this is the one reason is the, you know, if morning time they are doing bhajan, kirtan, harikatha, then this ghost cannot come and control to you, not city. This is the one reason. Another reason is the morning time, easily you can saw that time, the easily the sattva guna flowing everywhere, sattva guna. Our heart, mind become very peaceful. When become sunrise, when more day going, then slowly the rajaguna coming. And at night time coming the tamaguna. This is the influence of the time. Люди, знающие это, живущие в храме, именно поэтому и как одну из причин просыпаются рано, и во время восхода солнца они повторяют святые имена, и после восхода солнца они сидят, повторяют святые имена, для того, чтобы избежать этой участи, чтобы никто не вмешивался в твое сознание. Это одна из причин. Кто? Духи, привидения. А другая причина, почему нужно просыпаться рано, люди чувствительные, они могут видеть о том, как по-разному какое разное настроение у разных времен суток. Если в начале, когда ты просыпаешься утром, в воздухе, в атмосфере присутствует спокойствие, ясный ум, то есть природа благости такая. Потом днем уже возбуждение приходит, когда ты уже меньше у тебя возможности сконцентрировать свое внимание после обеда. Ты не предрасположен уже к изучению на самом деле. А вечером тогда наоборот приходит некоторое притупление разума, когда вроде как простую вещь, которую ты бы утром услышал, ты бы ее осмыслил бы, вечером ты ее просто можешь не заметить и не можешь на ней сконцентрироваться. Это уже, то есть если днем это гуна страсти, то вечером уже работает другая гуна, гуна невежества. Хорошо. Отдельно во сколько утром нужно проснуться, но для нас, как адаптировано, мы же три все равно не проснемся. What time we have to get up, Махараджа? Yeah, this is telling as much possible, till you know, Brahma Murta, before sunrise is a good thing. But here is that I saw here very quickly here sun, you know, sunrise, very quickly, sun side, very quickly her I saw here, you know. So necessary wake up early morning good thing. You know? Yeah, but different time of sun get ups differently. For example, winter time it get ups at 11 o'clock. What time is better to get up?
Get up before sunrise is the rule. If sun gets up at 11 o'clock. At 11 o'clock? Mm-hmm. Morning. If sun gets up at 11 o'clock, what time is better to get up? By clock. You can look what is the situation of this country, you know. What is the situation compared there? There meaning is the telling in our India sunrise like this 5 o'clock, 5:30, like this. So 5 o'clock is okay that dog gets up? Yeah, 5 o'clock. Four? This is the okay more earlier. Maharaj говорит, что можно ориентироваться под 5 часов, но если у кого-то получится 4, мы их и 4 хорошо. Ну, естественно, чтобы до этого... Скайпы в 11 заканчиваются. Какие скайпы? Ну, у нас, например, внутренний скайп по изучению, там, физические писания, всякое было. Заканчивается. Во сколько? 9 начинается, 10 заканчивается. Пока ты расшарпался, уже 11. Sunrise, this is the cold time, sunrise is the 11 o'clock. Yeah. When we was in Siberia, for example, yeah. At 10 o'clock, no sun, morning. So you can look your situation of this country, you know. Look the what is the situation of this country. Нужно с Махарадж говорит, смотрите каждый по своей ситуации. Тут Индулеха подсказывает про какое-то пение петухов, говорит, что она потом расскажет. India is the perfect time. У нас говорит в Индии, говорит, там говорит, с этим проблем нету, там все идеально работает. Для баджана. А тут бороться приходится. You can look, you know, this is the timely work, timely eating, everything is in the time. This lady said that from 9 to 11 evening, sometimes by Skype they're listening classes. So till evening, therefore they cannot early morning get up. So what is more important, to listen evening class or to get up earlier? Necessary listening class also. I can look on time also little bit here and there, no problem, but not like this. So morning time sleeping. So you have to wake up with the. Он говорит, ну как бы когда рассматриваем, может, про вечерние лекции, он говорит, даже если где-то час переспали, это не. Я говорю о том, чтобы не так уберешь утром и спишь до последних. Я ВКонтакте. Да хотя бы до 8-9 этого. Как это все работает, там все подписано. Окей, хорошо. Нита, я говорю, что мы не дали. Окей, Харибо. У меня визитки мои там. Харе Кришна. So, Харибо. Окей. You can look your situation. Харибо. So, many times when we wake up, take a shower. Not like this. Did not take a shower. You know. Put some sand, doing some water head and no. Necessary to shower easily. You know, your body become fresh. Easily your mind become also fresh, coming new energy. When take a shower, after a shower, you must put tilak. You don't delay about tilak. Must put in tilak. Потом Махарадж говорит, нужно обязательно после этого принимать душ, после того, когда поспали. Вы увидите, как проснится сознание, как будет прилив энергии, а не так, что пошел, только зубы почистил. И Махарадж говорит, обязательно нужно принимать омовение и ставить тилаку. Нельзя пропускать, не делать это, не ставить эту тилаку. Хорошо. So, here cold season, everybody is in the shower, not to be shower. Махарадж говорит, все зимой принимают омовение утром. Yes, everybody take shower, okay. When take shower... Ага. Чего? Анади Кришна Прабху doesn't know why to put tilaka. Yeah, tilak. Anywhere telling why put the tilak? Кто-нибудь может объяснить хорошо, зачем ставить тилаки? Before I telling so many things. Я ведь так много уже об этом говорил. Харикатха болне ке ле пагал хоти хо, боло. Why put tilak? Many time you listen, why put? What is the tilak? Why put that tilak? What is the glory of tilak? Тилак ставить очень важно. Туда лицо. Stand up. Everybody take darshan of Индулеха. Ничего за детство. Именно поэтому много раз спрашиваю про это. Харе Кришна. Какая нас тема здесь? Харе Кришна. Ну, не надо было этого делать.
Хари Кришна. Хари Кришна. Тилак очень важно ставить каждое утро после омовения. Ставим его на 12 частей тела. Тилак – это знак, который мы его ставим на 12 частей тела и произносим мантры. Это имена Господа. Произносим имена Господа. Если на нашем теле не стоит тилак, то это тело подобно телу мертвеца. А когда мы ставим тилак на тело, то тело превращается в храм Господа. И если с нами вдруг что-то должно по нашей карме случиться, мы, там, например, в аварию попасть или еще какое-то недоразумение, то тилак он всегда защищает. То есть он влияет на нашу карму. Настолько он силен. Это во-первых, да. Это защита. Такой оберег. Это самый-самый сильный оберег. Никакие камни, никакие там еще какие-то дополнительные мантры, какие-то обряды. Но ничего не работает в такой силе, как тилак. Почему? Потому что ставя тилак, мы произносим имена Господа и устанавливаем божеств на свое тело. И чем устанавливаем? 12 храмов Господа. Чем устанавливаем? Я еще дойду до этого. Да, Гром хорошо рассказывал историю, когда одной женщине приходили пишащие, не давали ей покоя, привидения различные. И он посоветовал ей поставить тилаки утром. И когда она начала ставить эти тилаки, то все ушло. Никакие привидения не стали ее беспокоить. И это действительно реальные вещи. Если кого-то никогда не беспокоили привидения, то меня беспокоили. Она реально помогает. Реально тилак защищает. Потому что тилак, он это не простая глина. Это священная глина со священных мест Индии. Это пыль со стоп гопи. И сам Кришна, и все другие инкарнации Господа, мы видим, что везде Кришна с тилаком. Скажи, что значит вот эта сторона? Роджи, can speak something А давайте сюда подойдете. Я хотел рассказать историю, связанную сейчас с Гопи, про Кришну. Ну, а, насколько я знаю, Расика и Вайшнава, когда они ставят тилак, они медитируют так. Я расскажу эту историю, и тогда вам будет понятнее. Потому что один раз Кришна притворился больным. Он сказал, что у меня сильно болит голова, и Нарада Муни, и все его слуги начали беспокоиться. О, как же мы можем помочь тебе? Как болит голова? Какое лекарство? Говорит, ну, мне поможет только пыль со стоп моих чистых преданных. И Нарада Муни начал обходить всех преданных и спрашивать, о, обратился к старицам на два раки, говорит, дайте, пожалуйста, пыль со своих стоп. Он говорит, о, пыль со стоп, пыль со наших стоп, мы голову Кришне, Бхагавана, мы же пойдем в ад. И потом Нарада пошел в Матхуру, и там тоже никто не дал, все побоялись. Когда Кришна пришел к Гопи, во Вриндаван, сказал, о, Кришна болит голова. Они там очень сильно беспокоились, и Кришна говорит, нужна пыль со стоп, с ваших стоп. Они начали сразу стряхивать со своих стоп пыль, и Нарада говорит, а вы что, не боитесь, что вы пойдете в ад за это? А Гопи говорит, да нам не страшно, мы готовы пойти в ад, лишь бы Кришна все, лишь бы голова у Кришны прошла, лишь бы Кришне все было хорошо. И вот поэтому, когда мы ставим тилак, мы можем медитировать на вот эту виллу и медитировать, что это пыль со стоп гопи. И вот левая полоска – это Радха, правая – это Кришна, а вот этот листочек посередине вот этот, это Вриндаван, там, где они встречаются. И когда мы наносим, нужно еще вот этим пальцем, мизинцем,
эту среднюю часть почищать и произносить эту шлоку. Амья Дилашка Шуньям Гана Карма Джана Вритам Анукуриена Кришна Навушиванам Бхактрут Тама. Это определение чистого предназначения. Вот мы почищаем это место, это как то, что наше желание тоже должно быть чистым, как вот этот вот промежуток между этими двумя линиями. Вот. Чистое желание только исполняется. Да. Мы должны... Шутадарит Махарадж говорил, что это как вот штрих-код же была. Штрих-код это нам филка, это наш штрих-код. Это наша устремленность к Радхе и Кришне во Вриндаване. Наша цель это служить Радхе и Кришне во Вриндаване. Во Врадхе. И филка это наш... Сверху считывает, ага, вот опа, он идет. Куда он идет? Да, наш человек. Да, филки ставятся не только на лоб. Да, филка это наш штрих-код. Раз. Просим пойти куда-нибудь на остановку, так, и куда идешь, а, ты где-то раз. Сказано, что когда килок ставим, то преданное служение, все, что мы делаем для Господа, увеличивается все 100 раз. Да. Ура, да. Получается. И слуги Гимараджи никогда не пойдут, у кого килок мало идет. Да, у кого тёлка немало тёлки, тому никогда не приблизится слуги Ямарады. Ну, Вишнупадая, Гуру Крипа Рупине, Шишипад Бхактивиданта Неми и Цинамине. Ну, Вишнупадая, Кришна Приштая Бутталя, Шимате Бхактивиданта Свамине и Цинамо Намаха. Ну, Вишнупадая, Радика Приятмане, Шишимат Бхактивиданта Нарайна и Цинамине. Гураве Гаура Чандрая Радика это далее Кришна Кришна Бхактая Тат Бхактая Намо Намаха Шри Кришна Читания Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Шри Гаур Бхакта Вринда Хри Кришна Хри Кришна 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 Хри 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 Рам Хри Рам 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 Хри Хри. Как-то я приезжала к Махараджу на такую же саптаху в Вачинске, и Махарадж рассказывал одну историю, которая меня очень-очень впечатлила, и после которой я действительно поняла, насколько важно ставить тилоки, и стала их ставить. Да. Махарадж рассказывал историю, когда в Индии женщина выходит замуж, она ставит определенные знаки себе. Она ставит себе синдуру, это такая красная полосочка, ставит всякие знаки, украшения. И если она выйдет без этих украшений, без этих знаков, то муж подумает, что он умер для нее, потому что только вдова может ходить без этих обозначающих знаков. И также Махарадж объясняет, и также Кришна, он когда видит нас без тилоков, без этих знаков, он тоже думает, что я умер для него. И как бы Кришна, ему не очень на самом деле приятно. Вот мужу было бы неприятно, если он бы как бы подумал, что его жена считает, что она вдова. И поэтому очень важно ставить тилоки, потому что когда мы ставим тилоки, мы призываем Господа. И в Бхагаватам и в Писаниях описывается, что есть три вещи, которые помогают, которые дают Кришна Бхакти. Первое – это чаринамрита, это то, чем омывали стопы Господа, стопы божеств, вайшнавов. Второе – это просад, который они принимали. И третье – это пыль со стоп преданных. А кто такие гопи? Гопи – это самые высшие существа, это выше, чем преданные. И пыль с их стоп – это есть как раз тилок. Вот это их пыль. И если мы ставим их себе на 12 частей тела, на лоб, сюда-сюда, то получается, таким образом мы сможем получить Кришна Бхакти. Потому что еще Махарадж говорил вот несколько дней назад, что если мы ставим тилок, то пол нашего баджана мы совершили. Но половина недостаточно, надо больше, но... Панчикал Патарубишча Крипасиндубиевича. Питанам Панапьёвач нам Пенамухамуха. Махараджу. Я еще одну историю вспомнил. He wants to speak one more story. В одном предприятии директором был мусульманин, это было в Индии. И его разбутали как мусульмане, так и индусы. Индусы, как правило, ходили с тилоками. И тогда он издал такой указ, никому не так, как бы, нельзя ходить с тилоками. Завтра я всех накажу, уволю тех, кто придет с тилоками. И один человек, он был, все испугались и послушали. А один человек, он думал, ну как же, я же преданный Вишна, я же Вайшнав, я преданный Вишна, как же я пойду без тёмки? И он
Думал, говорит, да. Положил на Кришну, поставил тело и пошел. На следующий день они все выстроились перед своим боссом, и босс только раз смотрит, все без тела, один он все. Вот ему за смелость я разрешаю на сетёнку, а всем остальным как не разрешаю. He said that in one company, Hindu people working and Muslim people working. And the manager was Muslim. And he said, what is this? Why somebody using tilaka? From tomorrow, nobody has to use tilaka. And then all Hindu, they didn't come with tilaka. Only one person was thinking, whatever. Because I'm Vishnu's das, Vishnu's servant, I cannot go without tilaka. And he came with not caring, like Vishnu will protect me. He came there when all this... employee was standing there, people standing there, everyone without tilaka, only one was standing with tilaka. And then Muslim manager said, because of he's very brave, he has nishta, he can use tilaka, not others. Okay. What did she tell? She told how married woman, she if she will not come with her symbols, then it is like her husband died, and her husband will not accept her. So in the same thing, Krishna will be upset if he will see us without tilaka. А как мы поймем, что это реально пыль со стоп гопи, а не наши умственные измышления вот это? What is the proof that it is gopi, gopi's food for dust? What is the proof? Proof is that, this which place this coming this mud. You cannot find out whole wall like this color of, you know, this color never find. Only one place, this is easily there, this dust, you know, easily there clay is the, like this, easily. When come this clay, only this is the only this color. Только вайшнавы свои словами говорят, что в одном месте, в Двараке, там постоянно только в одном лишь месте тилака вот такого цвета, глина вот такого цвета. Как раз в том самом, как и передавалось, куда привезли пыль со стоп гопи. И когда она попала на ту землю, там она только там добывают этот гопичандан. Да. А если с глину со священных рек? С чем? Со священных рек. Ну на Радхакунде. Вот паут Радхакунда тилака. Это тоже, он говорит, можно, тоже со священной земли. Но вот это называется гопичандан, а тут не называется гопичандан. Can I speak one more story? About this sinful king also. И просто есть еще одна история, которая описана в Ведах, про одного царя. Был один царь, очень-очень свирепый, гневный и, соответственно, грешный. Он не то что был несправедлив, он постоянно терроризировал своих граждан. И он даже убивал, он без разбора убивал женщин и младенцев. Он мог легко убивать беременных женщин. Очень грешен. Он был настолько грешен, что его министры не выдержали, и один из министров просто отрубил ему голову, он просто не мог уже смотреть на все эти зверства. И когда туша этого царя падала вниз, он упал на гопичандан. И когда Ямараджу увели его к Ямараджу, Ямарадж вместо того, чтобы дать ему ад за все его злодеяния, он говорит, за то, что его тело в момент смерти дотронулось до Копичанда, но он получил освобождение из этого мира и ушел на Вайкунту. So this is the, you know, this is the past. Вот так Копичандан работает. This is the past thing is the, you know, this where come this is dust. This is the completely holy places, you know, holy place. This is the Krishna's dham. Another thing you are hearing this past time. This is the food dust of this Brajavasi, Braj Gopis, food dust of, you know, here I don't know what is tradition, our India maybe you know, everybody is a very great personality, everybody touch this food. I don't know here what is the tradition here. Your tradition is there something? Maybe a long, long time ago, not now. But our India, every some great personality, everybody touch food, take this mercy. So this is the topmost devotee of Lord Krishna. And this is the Brajavasi, Braj Gopi, the full trust of this. So our scripture is telling, you know, if under bhakti, this is the very easy process, you smash your body, this is the full trust of the great devotee, this is the one reason.
С одной стороны, это привозится со святой Дхамы, которая обладает другой энергией, духовной энергией, нематериальной энергией. Поэтому при соприкосновении с ней она имеет на нас такой эффект. С другой стороны, вайшнавы рассказывают о том, откуда появилась та другая глина. И третье, я говорю, не знаю, как будет у вас в России, говорит, у вас в России есть такая традиция, когда перед вами какой-то святой или какой-то великий человек, чтобы, например, брать пыль с его стоп, кланяться ему до земли, брать пыль с его стоп. Я говорю, если она и была, если она, говорю, и была, то это было, может быть, очень-очень давно, которое уже никто не... Если сейчас это будет выглядеть, то будет уже как экзотика выглядеть, в общем. Our Indian tradition, а в Индии до сих пор это принято. Our Indian tradition is the... When go some nice business, some nice work, something, there, you know, the our Indian tradition, they are put first tilak. This is the vijay. Vijay is the victory. You know, victory here. What is vijay? Vijay. Vijay victory. Victory. This is the, you know, when sent to, like this, maybe when some, this is the, some juddha, fight, they are, you know, this wife put this tilak, this husband, you can go successful. Which purpose you go and good business which work our Indian tradition put tilak send to this is the some this thing also. Mm-hmm. And also every morning the children they come in and touching a lot feet of their parents like from seniors also, yeah. Tell what I tell you. И Махарадж говорит, что, например, в Индии до сих пор существует традиция, если ты идешь на какое-то очень важное дело, или там, например, какая-то начинается война, и человек, который идет на нее, то ему обязательно в качестве благословения ставит тилаку на то, чтобы он одержал победу в том или ином деле. Вот, например, когда царь уходил на войну, то ему царица ставила такую тилаку, видели, да, в Махабхарате, и тогда он одерживает победу. And this our Indian they are you know this some Rakhya mantra protect, you know, you are put not one place tilak, this is the 12 place you got put tilak, this 12 place also 12 lords different name also, this is the they are complete our body, he protect our compatible, even Mother Yashoda put the tilak in Krishna, they are different completely named lords. А также когда человек проставляет тилаки с мантрами, то получается, что имена Господа, они начинают их защищать тело человека, выступая в этом смысле как оберег или как заговор уже такого человека. То есть у него его тело под покровительством имен Господа, различных проявлений Господа. They are telling there two nerve is there. Maybe looking with the tilak, there two nerve. The Ella Pingala, their name is the. You know, when this put tilak, this is the food dasher Brajavasi and put this tilak, and you know, this Ella Pingala do nerve when put, then your mind becomes very peaceful mind you are staying. And when you put tilak, you know, there are some pressure. He looks headache, something, any bad thing put here, you know, finger, then your headache become finishing, your headache, mind also think very peaceful mind there or something. Все вот эти места, на которые ставятся тилаки, они все очень важные. Например, тилака, которая ставится на лоб, она тут неспроста ставится. Тут находятся два главных нерва, которые находятся на черепной коробке. Everybody who not put tilak, looking, there are two nerves there. Находят. То есть, если посмотреть настроение человека там с точки зрения нервности, вот тут проходят два главных нерва. И как раз на них и ставится тилака. Получается, к ним нерва мы сейчас зависим от нашего нервного состояния тоже, и к ним касается, ставится пыль со стоп гопи, то есть пыль со стоп преданных, обладающая совершенно другой, оно обладает энергией бхакти, и тогда человек уже по-другому себя чувствует, когда он с тилаком. You can look everybody, you know, here two nerve. Look this ladies, what is her name? Вот посмотрите на эту женщину, вот смотрите, вот она сейчас задумалась, и у нее образовались такие морщинки на лбу. Look, two nerves is there. Видели, как такое, как даже если когда человек не ставит, как у него тут что-то на вроде тилака образовывается. Все еще очень часто так выявляются.
You can do this, this lady can start the face of this lady. Вот сейчас у нее тилака нету, а что-то наподобие тилака у нее там есть. Потому что тут как раз вот эти вот проходят, эти два главных нерва. Yeah, can tell the face of this lady. Или вон на ту женщину, говорит. Can tell you start the face of everybody. Покажите, а сейчас повернитесь ко всем, чтобы все посмотрели. You can look this head, there are two nerves, you know, easily cut this nerve is two, like this tilak, easily they are, you know, this. Видите у нее? Yeah. So, so our India looking the all the lord and all demigod, you cannot look in without tilak, there must be tilak, this is the auspicious. Но они спроста самые великие личности, могущественные, они ставят себе эти тилаки. Все полубоги, они всегда с тилаками. Риши Муни, они всегда с тилаками. Сам Господь, он всегда с тилаками. Хорошо. They are tied, and so, you know, this is the, their Puran, some slogan is telling, who is the put tilak, this whole body, Ganga, Jamuna, Saraswati, Narmada, Sindhu, Kaveri, Lakshmi, Saraswati, Durga, Parvati, everybody sit this. Пураны говорят, то есть веды говорят о том, что когда человек проставляет на себя тилаки, когда на нем эти тилаки, то он в этот момент находит, очищается, в нем находятся все святые реки. И Ганга в нем сейчас находится, и Емуна в нем находится, и Нармада, Синду, Кавари, все святые реки присутствуют в нем. Are there India some holy river there in the holy places? So, you know, you himself realizes this thing. You many time after shower put tilak, easily you remembering, oh, easily you are feeling, oh, my very peaceful life, mind become pure, mind become peaceful, easily you can do this thing, easily you are himself feeling Махарадж this говорит, thing. Вы сами это можете почувствовать, о том, как вы утром, когда вы проставите тилаки, как вы при этом будете чувствовать некую чистоту и особое ощущение, наверное, у кого чувствительность тонкая. You know, we are go to some our no one place is the Russia. This name is the Perm. Yes, yeah, she there? Told about this. Telling this. So he can himself try to every day put must put tilak. Поэтому, without tilak, we telling our forehead like the crematoria. She told. И так каждый день все обязательно без исключений. Каждый день нужно проставлять эти тилаки. Без этого тилака наше тело, оно как крематорий, наше лицо как крематорий. Спросите, если стирать тилака, то он сам его все это стирает? When тилака disappeared, so again to put тилака. Put the tilaka, nice, okay, this put tilaka, this okay. But many times when one time put, то есть один раз в день утром точно нужно, а второй уже по желаниям. После каждого молитвы. After every snan, we have to put тилака. По идее, да, что после каждого мы ведем. Хорошо. Можно вот, я когда была в Навадвипе, там вот мой учитель Мадхва Махарадж, он всегда вот очень строго всем говорил, что женщины, никогда не дотрагивайтесь до чужих стоп, только до стоп своего учителя. Вот я вчера сказала это, ну как бы девушка, она спросила, почему? Как раз я тоже не знаю, почему. Мадхва Махарадж one time told, never touch somebody's feet except your guru. Except your guru. Except what is except? Only guru you can touch feet, not other people. So yesterday I told one girl and she became upset. And myself I also I don't know why. No, you can touch it from Vaishnava's feet, this is no problem. Махарадж говорит, ничего страшного, если касаться к стопам вайшнавов, чистых вайшнавов. They are telling only this thing telling, only front of a deity, you know, without your Gurudev, you know, you can don't pranam to anybody. This is the only one thing from the scripture. И напротив, главное это в присутствии божеств это не делать, и тогда к стопам вайшнавов тоже не касаются. Потому что в присутствии божеств все внимание должно быть на них, а не прославление кого-то другого, не почитание кого-то другого. Это уже будет оскорбление. Хорошо, Хари Кришна, Хари Бог. Окей. This is the, you know, after shower you must put tilak. This is the leaves of bhakti, you know. If only put this 12 anga, this full bhakti, this you think, you know,
whole day you have bhakti, perfect you have bhakti. Why? This is the Nartam Das Thakur Bhaktivinoda Thakur Delhi, this is the so much favorable to our spiritual life. Итак, нужно утром без исключения принимать омовение и ставить тилок. Это должно быть за правило на всю жизнь. Хорошо? So must put tilak. And second thing is the your morning time, you are also doing Mangalarti of this deity. Is Mangalarti must doing. You know, doing Mangalarti. Telling this deity is the, you don't think this is the himself Lord, you know. He, how Jeev became benefited, so he came from Goloka Vrindavan to he came to here. So see, this is deity, he is the direct Mahaprabhu, Vigrahanathami Sakhyat Prajanan, he is the direct Lord. Второе, что нужно делать каждое утро, тоже без исключения, в течение всей жизни, это будить божества, которые дома живут. Это либо мурти, либо изображение. Нужно выработать у нас в себя за правило. Сам проснулся, и теперь пора своего хозяина будить. То есть радуй Кришну, Джаганатха. Хорошо. You can put, must put strict deity and doing arati, mangala arati. Is it necessary to have takuraji, like to worship a picture and everything? No, if you have a picture, also if you are going somewhere very difficult to do, you know, worship deity, you can minimum keep very nicely, you know, your room, very good place. You can make this picture, Gurudev, Guru Parampara, all everybody picture. When, you know, scripture telling, Bhaktivinoda Thakur telling, you know, necessary your house look like one temple. Uh-huh. No, necessary like one sort of temple. Махарадж говорит, что изображение иметь очень и очень важно. То есть нужно обязательно свой дом превратить в храм Кришны, чтобы в центре находился Кришна, у него было там самое красивое место, и начинать с ним взаимоотношения. Yeah. So, будить, а как, ну, будить, как будить? То есть это же процесс какой-то. Путь проводить, нет. Как мы утром сегодня будили? А, все понял. Путь проводить. Спасибо. Многие вопросы. А вот если вообще нет там, то водой из этого, из панчпатры можно делать? If I don't have gopi chandan, can I do tilaka with water? Water, but necessary can collect gopi chandan. Найдите, говорит, себе gopi chandan в храме. Yeah, if you don't know, you can take it from me. Если у вас такие сложные условия, я вам свой дам. Хорошо. So, sorry, Krishna. Is it enough to give Thakurji only offering, like only incense, only lamp, and only flower, for example, some three things? Is it small arati is okay to do it in the morning? Okay, incense, this is the lamp, and this is some flower, you can try to get to flower. Да, говорит, минимальное, как бы, оно можно делать минимально, то есть благовоние, лампадка, цветочки там. Преданные приезжали в Индию, а божество оставили дома, но он продолжает делать пуджу. Только на ментальном уровне. Насколько это вообще? А, ну это другая вещь, когда у тебя есть божество, и когда ты это можешь делать без них на ментальном уровне, чем когда просто не начинать и стараться делать на ментальном уровне. Это разные вещи. So, for example, one devotee, he has Thakurji, but he left his Thakurji home, and when he came to India, he continued to do arati in mind. So, is it successful to do arati in mind? Yes, but you know, when you have some deity, you know, deity, you know, this is the necessary, you know, you can take with you, with you, deity. And in some picture, okay, you can even go outside, keep some dry food, something, such a thing, you know, because, oh Lord, when you become hungry, you can take this thing mindly. But necessary, some deity, you can carry it with you. Ага, говорит, это в том случае принимается, когда действительно божества у тебя есть, когда ты им проводишь поклонение. Лучше, конечно, брать божества с собой, не оставлять. Но если так получилось, что ты без божеств, то нам нужно с изображением точно так же, как служить, как своим божествам. В уме можно в короткой арате по предложению сухих фруктов. Но все равно их нужно кормить каждый день, чтобы эти стандарты не уменьшался. Потому что вот это свойственно людям, которые с Сампрадай, вот Нараян Махарадж, они с собой водят везде.
И, предположим, мы спим в одной комнате, она спит вот так, а я ногами сплю к божествам. То есть там аппаратхи можно наделать вот столько. Ага. But when devotees, they take такурджи, that they doing so much аппаратха towards them. Sleeping in the not proper way, put in a place, not clean place. When you are like taking takurji with you, all time different kind of aparatha, then what to do? Yeah, this is the, you know, this is the lad also, necessary also be care something you also, you know. If you keep your all paraphernalia very care, your cloth, everything very care, why not keep little bit care to lad? Там нужно быть and очень... Your money, your rubble became very, very care. Why not give care to Krishna? Махарадж говорит, нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы не совершать подобные оскорбления. Оскорбление – это, безусловно, плохо. И он говорит, если мы, например, внимательны к своей собственной чистоте, к своей собственной одежде, то почему мы можем с пренебрежением относиться то же самое к Кришне, и в чистоте, в которой он находится, или к чистоте его одежды? Нужно... Там все принимается в расчет о том, как мы к себе относимся и как к Кришне. And if happening, be care doing, if happening some little bit here, there, Krishna not think about. He's our father, his mother, he know everything that's Но при этом нужно помнить о том, что даже если мы ошибки совершаем, ну, это, конечно, нехорошо, но ничего страшного при этом нету, потому что Кришна, он для нас папа и мама, и он, ему свойственно прощать наши оплошности. How you want that we offer prasad to Govardhan or Deti? Shall we offer now everything or to Govardhan? They cook now. Yeah. Today Govardhana puja. Yeah. What to do with this bhoga now? If some part brings, you know, this part nice. We have Govardhan here also. Govardhan. Yes, Govardhan picture there. Picture there. So try to nicely, you know, decorate some every prasad nicely. Сделайте все на красиво, украсьте красиво блюдо с этой бхогой, и можно тут предложить, у нас тут изображение Гирираджи Говардана есть. Okay, so here this is the second thing that is going to worship the deity, you know, deity is the our sampradaya so many evidence deity how direct they are talking with the devotees. You know, or talking with the devotee, accept everything. If some anything also doing, you know, doing asking to devotee, you are without salt, you give, oh, with, give permit, bread, bread. So many Krishna direct talking with the devotee. Our sampradaya, so many evidence. Вера наша должна присутствовать обязательно вера в божество. И в качестве подтверждения этой веры Махарадж говорит, наша ли не так много историй, когда Божества всегда отвечали, не то что отвечали, они иногда еще и просили и требовали, чтобы им надо то, сё, пятое, десятое, как вот, как Санатана Госвамипада, Мадан Мохан жаловался, что ему соли не хватает, там о том, что там нужно его и массировать, ему нужно и чатни ему подавать нужно, все это. То есть божества, они живые, Махарадж хочет напомнить и как бы объяснить это, божества, они живые. Нужна просто вера для того, для поклонения, и тогда не обязательно вы убедитесь в этом сами. Хорошо. And this is third thing is the, you know, third. She said she is afraid of responsibility. Huh? I'm afraid of responsibility. Наши ядры так часто говорят, что мы не делаем такие. You can keep picture, you know. You can keep picture your house, keep picture. Я то дома живу, то у дочери. Махарадж говорит, где бы вы ни жили, у дома или у дочери, с собой нужно изображение Кришны иметь хотя бы. У меня изображение Гурудева есть с собой. Кришны. Кришна изображение, чтобы утром можно было с кем-то начать взаимоотношения, вечером закончить с ним взаимоотношения. Чтобы не только... Ну, Гурудев это понятно. Но после Гурудева Кришне поклоняются. Иначе смысла в Гурудеве нету. Да, иначе смысл... Какой смысл у Гурудева? Привести к Кришне, а не то, чтобы все поклонение взять на себя. Hare Krishna. So, you are try also, you are chanting some... Round, fixed round chanting. И самое главное повторять и каждый день постоянное количество кругов Хари Кришна Махамантры. Окей. Okay.
Вала Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рамо, Хари Рамо, Рамо Рамо, Хари Хари. So in this Kali Yuga, you know, Lord, he kept very easy process, you know. Lord, he know Kali Yuga Jeev cannot do, get austerity. So Mahaprabhu telling when you walking, when you cooking, when you are sleeping, when you eating every time, you can chant this Hare Krishna Mahamantra. Махапрабху говорил, что Харе Кришна Махамантру нужно повторять во время любой нашей деятельности в течение дня. И когда мы идем, и когда мы сидим, и когда мы кушаем, и когда мы спим. Хорошо. So also you are round, fixed round, you can try to chanting. Your beat back keep some fixed round, must keep fixed round from chanting. То есть вы на четках должно быть там уже заведено. Вот такое-то количество кругов у меня каждый день, и никогда не уменьшать кругов. Увеличивать можно какое-то время, но не уменьшать. Можно читать в маленьких дорожных четках из полоса, когда там идешь или едешь. Can we use, for example, sometimes in transport, it is difficult to use big bed, mala. But we can use small tulasi mala. Can we chant mala on small tulasi mala? Small tulasi mala. Что говорит, насколько, говорит, маленькая, говорит, четкие? 36, там, то есть дорожные такие четкие, транспорт. 36 бит. Our sampradaya, 108, you know. Always chanting, 108, this is the Krishna Sakhi, you know. Uh-huh. And group 108, and 108 is the very auspicious. So many region you are chanting the 108. Uh-huh. Махарадж говорит, что неспроста наши четки, они из 108 бусин, неспроста мы перешагиваем в середине, неспроста с большой начинаем, неспроста там эти 108 бусин ассоциируются с саки, то есть там... Это практически делается. And when you chant, when you go outside, с четками, говорю, when you go outside, uh-huh. You know, you can, your fixed round, you can chanting your beat back, and when you go out, sometimes this machine, you know, keep uh-huh. the machine. But best is that this Bhaktivinoda Thakur Jayabhadharma telling. But best is that chanting Tulasi Malahuai, Tulasi is the Krishna, so many uh-huh. years to Krishna. And there is the Sakhi is Krishna, Duti is Krishna. When you only touch this Tulasi, your body comes some transcendental, some, you know, vibration. Uh-huh. Maharaj говорит, что те круги, которые мы, например, ставим перед собой, вот это вот мой стандарт. Вот это должно быть на своих четках, полученных от Гуру Дева. А остальное в течение дня можно либо на счетчике, либо, соответственно, на этих маленьких, то есть, чтобы заполнить день. Скажите, пожалуйста, вот отношение четок от разного дерева. Кому кадамба, допустим, сулас из кадамба, ну, из нима ты не еще из нимба, да. Sometimes there is too mala from kadamba tree, sometimes from nim tree. What about them? Yeah, they are fast gift from practice, they are gift. Fast and reason. Такие четкие то только для людей еще новичков, для подготовки. Yeah. So best is the Bhaktivinoda Thakur telling Tulasi Mala. То есть Бхактивинода Тхакур говорит Туласи, четкие из Туласи. Хорошо. And this is every day you can chanting Tulasi Mala, and also your house possible try. Туласи tree, must keep the Tulasi tree. И у каждого в доме, чтобы росло деревце Туласи. Okay. And we have to do puja also for Tulasi. Yeah, Tulasi puja. You know, when do arati to Krishna, Krishna doing arati, the same arati, you can say to Tulasi. Говорит, там отдельная пуджа не требуется. Сначала то, что ты предлагаешь Кришне, потом предлагаешь Туласи, а потом Гуру Деву. Махарадж говорит, что не может быть такого, чтобы не было алтаря у преданного. And this is the, and also every day doing Tulasi Parikrama. Изображение, по изображению же можно, если даже и в книгах есть, и все. Tulasi Parikrama also doing, okay? И Tulasi Parikrama каждый день нужно yeah. делать. And Lord when left this world, this own form keep this Tulasi tree. So Radharani, in a mercy of this Tulasi tree, Tulasi got to Krishna's seva. Кришна сам остался в деревце Туласи присутствовать в этом мире. Также Туласи описывается, что Радарани даже ей поклонялась, чтобы обрести Кришну.
Если нет возможности. Чего? Держать дома. Так, что, ну, по воле встречи, когда дома нету, кажется, нет возможности. Сейчас 11 в осе. И еще у моей преданной тоже где-то. Ну так много насажали, не знали как-то так много. Очень много раз дали, вообще было 70 даже. Uh-huh. Вот. Вот не будет ли отскорблять, ну как бы как вот проводить, то есть по одному, то есть вот сегодня я одну тулоси возьму по нее, завтра другую тулоси. Не, нет, конечно же. She's asking, if I have many tulasi, I have to go around every tulasi. Maybe it will be offense if one put one tulasi, go with another, no. No, if you do one tulasi, happening every tulasi. Оскорблений при этом не будет, если только вокруг одной тулоси будете ходить. Okay, this tulasi have a, this is the, you know, this tulasi. Вот что делать с горшка, столько много тут, как он рассказывает, сажать аккуратнее. Они осыпаются, видать, и прям вот многих, много сходит. Так, это же до этого срывается, до такой степени держится, чтобы оно само осыпалось, оно же все, оно же манджары, если это входит в уход по туласи, как бы правило. Окей, туласи, харинам, пуджа, сева, окей, анде, окей. Нитай Гаур Фреманандэ, хари хари. Now you can listen to some Гирирадж pastime, okay? Теперь послушаем Гирирадж Говардане. Это что такое? Okay. So, Гирирадж Говардан ки джай. There, everything prepared there? Everything? Хари Бо? There, everything prepared this for Гирирадж? Ал Прасад there prepared? Бхо... А кому, у кого спрашивают, я даже не знаю. Бхога уже украшенный, где она вообще? Под нос Бхога. They are bringing now. Okay. And everybody doing Экадеши also, okay? Экадеши? Экадеши, брат, everybody doing. Today? Not every day. А, Махарадж сказал еще следовать Экадеши. Хорошо. Сразу вставать, омовение, тилаки и Экадеши. Каждый день. Кадыши не ржал уже, Вася. Каждый день. Два раза. Окей. You can listen to some Гирирадж Гатха, окей? История про Гирирадж Говардан. Окей. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Сривасади Гауру Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Сривасади Гауру Бхакта Винда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Radhe Radhe Govinda, Govinda.
Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda 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 Radhe Radhe Радхе Поклонение Гирираджу Говардхану очень благоприятно в нашей сампрадае для баджана. Тали Гирирадж хина хитали сарба абхишта прадата. Meaning, what you can want, desired of this Гирирадж, all everything you are desired, fulfill you are all desired. Говорится, что какие бы у нас бы ни были желания, Гирирадж способен удовлетворить любое из них. Even he also fulfilled the Krishna's desire. Он способен удовлетворить даже желание Кришна. And all gopi, go, brajavasi, he also fulfilled. Всех же желания всех гопи, брачаваси. Yeah. So telling, you know, if you want this material wealth, material, this is the house, this material, any kind of desire, telling you can do parikrama to Giriraj Govardhan. Krishna he behind followed to his doing parikrama. He think, oh, he doing sir hard straight for me parikrama. What he want? What he can want? Krishna very quickly fulfill his desire. Говорится, что даже если у нас очень много материальных желаний, мы нам ищем дом или еще что-то, то совершая Говардхана парикраму, то есть обход Гирираджа по часовой стрелке, то сам Кришна он начинает следовать за таким человеком и думать, что же ему нужно, и он сам исполняет желания. Yeah. A Gurudev is telling, even, you know, this is our, here is a marriage, not anybody, but Indian, all girls, they must want marriage, like everybody, you know, they are every, all girls, this all by, telling, if some, you know, if they're not marriage, if go to Giriraj Govardhan, and worship to Giriraj Govardhan, and to puja, she also fulfill your desire. И, например, вот каждая девушка, она должна выйти замуж. И Гирирадж исполняет это. Я говорит, не знаю, говорит, как у вас в России. Может быть, в России это не является обязательным этапом жизни. А у нас в Индии все женщины, они выходят замуж. И если у кого-то отца не получается выдать дочь свою замуж, то он приходит к Гирираджу Говардхану, и Гирирадж исполняет его желание. First, they think how can do arrange to say marriage, give to some. Когда рождается девочка, сразу начинают уже думать о том, за кого ее надо будет потом отдать замуж. Yeah, here not this tradition. У вас же такого говорит нету? No. And we don't have Govardhan here.
otherwise we will have this tradition. No. Otherwise, you know, this is the, you know, the, our India telling so kind of this is the charity, telling this greatest charity you to give this kanya, this girl gave to somebody. This India they think very big girl. So India the marriage, you know, they are give so many, you know, diary they are gives. A lot of diary gave this daughter and the marriage. У нас в Индии считается отдать свою дочь замуж – это самый высший акт щедрости над другими. То есть, когда, например, люди любят признание в обществе о том, что он совершил такой благодетельный акт, пожертвовал что-то, вот самым высшим является это отдать свою дочь, ну и, соответственно, с ней приданного много. And sometimes when some more daughter somebody, there's so much worry, how can get поэтому у отцов всегда большая, у отцов дочерей всегда обычно большая проблема, где бы собрать столько приданного. Женщина приданная. In Russia, а что, мужчины тут выкупали раньше? Да. Мне кажется, приданное. Я вот про приданное слышала, я про выкупы никогда не слышала. Окей, Харе Кришна. Балгирирадж Махарадж Ки. So, you know, he to fulfill the all everybody desire Girirāj Govardhan. So telling this Girirāj Govardhan, also our all Goswami, Sanatana Goswami, every day he goes to Parikrama Girirāj Govardhan. Raghunath Das Goswami, he also pray, oh, Nija Nikat Nivasa Dehi Govardhana Purnatvam. Sri Viswanath Chakravarti, everybody, even Uddhav, when he wants this Braj Bhakti, he, no, not glory of Braj Gopi, he also take grass of form. Narada also took the shelter and doing bhajan. Every great, you know, their personality, they take shelter of Girirāj Govardhan. Если посмотреть на нашу линию, то все принимали прибежище Гирираджа Говардхана, и Рагхунат Дас Госвами, и Удава. Все наши учителя, они все принимали прибежище Гирираджа Говардхана, все почитали его. Yeah. So, this Girirāj Govardhan telling, this Girirāj Govardhan coming from where? Well, this is not a material thing, this is a complete spiritual thing. Well, this is came from to Goloka Vrindavan to here. You know, once Goloka Vrindavan, Radha Krishna, they are sit down. Oh, they are think necessary such a very topmost beautiful place. Here are doing very topmost sweet pastime. Then Radharani herself manifested from this heart, this Girirāj Govardhan. Откуда же появился Girirāj Govardhan? И описывается о том, что когда Радха и Кришна сидели вместе, они мечтали о самом красивом месте для встреч. И тогда из сердца Радхарани появился этот Girirāj Govardhan, который имеет все необходимое для самого. Well, Girirāj Maharaj ki. So, this, when Krishna, you know, when Krishna he came from the Girirāj Govardhan, this material world, you know, the whole Goloka Vrindavan appeared here. This meaning, this Girirāj Govardhan came from the Goloka Vrindavan. А также Кришна появился в этот мире вместе со всей своей дхамой. То есть это Кришна с собой принес Girirāj Govardhan. Yeah. So telling this Girirāj Govardhan is the many form he have. One form is the himself Vishnu. He take the Hari Bol, Hari Krishna. Это про Говардхан, все про Говардхан. So telling this one form is the Girirāj Govardhan. He the himself Vishnu. Another form Girirāj Govardhan, himself Krishna. And third form Girirāj Govardhan is the Haridasa Bharja. Radharani said, he is the Haridasa, topmost of Krishna's devotee. Итак, в одной из форм Girirāj Govardhan представляется как Кришна, в другом из форм как Вишну, в третьем как Харидаса Варья, как самый высший слуга Господа Хари. Hare Krishna. Я тут. So this Girirāj Govardhan is the, you know, very, 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 very grateful. So why the Haridasa Bharja? The Krishna's all sweet pastime he performed there. He the Krishna Seva, Karashana Seva, the Krishna Seva and this Brajavasi, everybody Seva to Girirāj Govardhan. Krishna Kaugrajing there, boating pastime there, honey, drinking honey pastime there, Kunja pastime, Rasila, Krishna, all kind of pastime he did there. Girirāj Govardhan настолько богат, настолько
он способен все необходимое дать для различных игр Кришны, и для самого Кришна, и для его слуг, и для его возлюбленных, для его коров. Гирирай способен всех удовлетворить и всех снабдить все необходимым. Гирирадж? Я Галархан знаю, вокруг него ходила. Вот что такое Гирирадж? What means Гирирадж? Yeah. So this name Гирирадж meaning Giri meaning mountain. Raj meaning he's the topmost mountain among the whole mountain. You know, uh-huh. There are two ways the greatest mountain. Before this Girirad very high. Like cross up this is the Agastya, fullest this is coming down slowly. So before you have very big, huge form. Girirad. Another is the who is the Girirad Govardhan himself, Krishna. So here Krishna Girirad Govardhan is the Girirad. He is the topmost, you know, among the all mountain, topmost mountain. Гири Радж. Гири на санскрите обозначает гора. Раджа на санскрите обозначает царь. То есть Гири Радж обозначает царь гор. Прежде Гири Радж был, и по вышине это можно было видеть. Это просто сейчас не видно. Он на самом деле является царем всех гор. Точно так же, как Кришна, это верховная личность Бога. Так вот, Гири Радж раньше был очень-очень высокий. Он был самым высоким. Но потом... Да, это он. Гири Радж — это просто титул. Гири Радж — это царь гор. Говардан, его имя. И просто Пласти Риша, когда наложил проклятие, то он стал уменьшаться. Он под землю просто уходит. Гирирадж обозначает царь гор. Yeah, Lord he himself take the form of Гирирадж. Я просто думала, вот Галархан холм, вокруг которого делается парикрама, это одно, а Гирирадж Гарвардхан — это что-то другое. Ну, я не сопоставляла. Ну ладно. So this is telling, this is Гирирадж is the, you know, this is the why Krishna he worshipped Гирирадж Говардхан. Yeah. So they are behind, they are telling the four reason he is telling this behind why Krishna, you know, worship to Girirad Govardhan. So Krishna he gave teach to us, you know, if you want asking anything, you can ask to Girirad Govardhan. He is the not Govardhan, he is himself Krishna. He can, you know, the Vaishnavas, they are one painted, they are worship. They are not worship to any demigod and demigoddess. Only they are worship only one painted Lord Krishna. So Krishna here Krishna telling, if you worship only worship Girirad Govardhan, if anything asking, not asking any demigod, demigoddess, you can ask to so Girirad Govardhan, he can fulfill your whole desire. Uh-huh. Махарадж дает наставление в баджане, то есть по поклонению Гирираджу Говардхану. Кришна установил четыре причины для того, что почему нужно поклоняться Гирираджу Говардхану. Первая очень важная причина. Для нашего баджана важно, чтобы мы не поклонялись никому, кроме Кришны. Кришну мы, если у нас появляется, даже когда у нас какие-то желания появляются, чтобы мы не обращались к кому-то за помощью, чтобы осуществлялись наши желания. Кришна хочет, чтобы мы обращались только лишь к Гирираджу Говардхану за этим. Not to Gurudev, to Гирирадж Говардхан Махарадж. You know, this question always is that, you know, this is not a question, you know. So everyone worship to Krishna before worship to Gurudev. Gurudev, mercy of Gurudev can worship to Гирирадж Говардхан. При любом поклонении Кришне или Гирираджу, в начале поклонения Гуру идет. Yeah. То есть Гуру, он как среда для поклонения Кришне или Гирираджу Говардхану. Yeah. So this Гирирадж Говардхан, you know, this is one region. Another region, you know, Indra have so much proud, I am with the maintainer of this Brajavasi. If you did not give rain, that became died. Krishna also broken this, you know, proud also. Также Кришна таким образом хотел почистить Индру от гордости. Тот возомнил о том, что он является царем уже и Вриндавана, близких Кришны, о том, что без него там все засохнет без воды. И поэтому Кришна решил просто поправить его характер, убрать из него гордость. Баласи Гирирадж Махарадж ки! Джай! Баласи Говардхан ки! Джай! So, third reason telling, Krishna want with, you know, meet, when Krishna want to meet this Braj Gopi, become very difficult to. Now Krishna was doing, you know, with this Brajavasi, take with him and 7 days, he doing some sweet pastime, doing some
doing some utsav, you know, doing some festival. So Krishna thinks, how can doing 7 days? So he thought, now he looking the way. Поэтому у Кришны тоже была еще одна проблема, которую он свою собственную проблему решил. Он очень всегда хотел общаться с гопи, и при том еще и прилюдно, чтобы можно было посмотреть, чтобы они на меня смогли посмотреть, я мог на них посмотреть. А это просто вообще никак не могло вписываться в общую культуру. То есть там не разрешается смотреть женщинам на мужчин и мужчинам на женщин, если они не в браке. И поэтому Кришна он решил придумать что-нибудь такое интересное, какой-нибудь грандиозный праздник нам нужно, как минимум так на неделю. И поэтому Кришна и придумал все это, чтобы на целую неделю собрать всех в Раджавасе в одном месте и все. And Krishna, for the reason that Krishna want to Rasalila, without Braj Gopi, Krishna cannot do Rasalila. But now he attract, now he sang such a very powerful thing. So he doing too fast time, he dance ahead of Kaliya and he carry the Giriraj Govardhan. How one hero attack the hero and can tell this thing. А также четвертая причина, по которой Кришна сделал все это сам, это то, что Кришне нужно было чем-то очень особым блеснуть в присутствии гопи. То есть он планировал, он пришел сюда, чтобы совершать свой танец в Раджа-гопи. Он пришел сюда для того, чтобы все гопи, они всю свою любовь ему изливали. Абсолютно все. И поэтому, а каким образом можно забрать сердце девушки? Только если ты при этом ей продемонстрируешь какой-то свой героический поступок по спасению прекрасной царевны. Правильно же? И поэтому Кришна, а тут Кришна должен еще и забрать сердце всех девушек во Врадже. Это должно быть такой героический поступок на глазах у всех в течение долгого времени, чтобы уже каждая девушка, она уже у него просто шансов не было бы, чтобы отдать, вручить свое сердце. И поэтому Кришна это и придумал. Он маленький мальчик как бы держит там целую огромную гору, не просто гору, это царя гор, легко на мизинце, в течение всей недели, никаких усилий. И вот он спас фактически весь Вриндаван, там он спаситель мира был. И все девушки Вриндавана отдали ему свои сердца. Хорошо. So, carry this Giriraj Govardhan, can tell this story, how Krishna performing for 5 minutes. Все являются всегда инструментами. Один Кришна все делает, он независимый. Tell me, before many times I heard this story, I can tell this story. Махарадж попросил меня сказать, что я уже много раз слышала эту историю, и времени у нас сейчас не так уж много. Он попросил меня вкратце пересказать эту историю, как это все потом Кришна и воплотил. Как это все происходило в деталях. Вот однажды утром, когда проснулся Кришна, то он увидел, что, в принципе, он каждый год видел о том, что мама каждый раз в одно и то же время начинает много готовить вкусности. Сама на кухне, вместе со своими слугами. Ну, так много всего готовится. Он прекрасно знал, кому, для кого и что делается. Но вот в этот год он решил уже это все так не оставлять в покое. Он пошел сначала маму свою теребить. Мама, что ты готовишь? Для кого ты готовишь? Это для меня, да? Для меня, может, у меня такой день рождения? Или, может, у моего брата моего, Баларамы, день рождения? Мама настолько была занята, Кришна со своими бесчисленными вопросами. Она просто говорит, я очень занята, иди к папе. И тот пошел к папе. Залез ему на колени, стал тянуть его за бороду и тоже говорит, ну вот мама нас это послала. Он говорит, вот говорит, у меня говорит, день рождения или говорит, у Баларамы день рождения. И папа говорит, и в этот момент Данда Махарадж он подумал, ну странно, Кришна ведь действительно каждый год, он уже не маленький совсем уж, он каждый год видел, что зачем мы это делаем, о том, что будет Яги, потом Индры. А тут он почему-то начинает задавать вопросы, и у него уже появились сомнения о том, что Кришна задумал что-то новое сейчас, что-то сейчас произойдет. Поэтому он сначала просто отвертеться от вопросов Кришны и начал говорить, ну ты еще маленький, ты еще пока ничего не понимаешь, потом подрастешь, я тебе объясню. Кришна все настаивал, не унимался. И тогда Нанда Баба сказал, ну мы
мы будем поклоняться Господу Индре, и для этого мы сейчас все готовимся, и все, и у Кришны началось. А Кришна говорит, а зачем Индре поклоняемся? Ну, как это зачем? Ну, у нас мы поклоняемся ежегодно, традиция такая. И Кришна говорит, это говорит где-то в Писании, где-то про эту традицию указано, о такой надобности поклоняться Индре. Кто это такой Индра? Зачем ему поклоняются? Может быть, это кто-то придумал это? Откуда вообще эта традиция? Нанда Махарадж, ему просто у него выхода не было. Ему пришлось объяснять все, что он знает про это. Он стал говорить, ну, это еще от наших предков. Мы каждый год поклоняемся Индре. Это наши поклонялись деды, отцы. Мы сейчас эту традицию несем. Если Индре не поклоняться, то он повелевает всеми полубогами. Главным образом он дает дожди. А что мы будем делать без дождей, говорит? Без дождя не будет травы зеленой. Без травы зеленой коровы что будут кушать? А коровы же тебе молоко дают. И все твои сладости вокруг делают. Что же, как же не поклоняться Индре? Но Кришну это было не установить, не остановить. И поэтому Кришна засыпал вопросами дальше. Говорит, ну как же? И тогда Кришна использовал самые различные методики. Одна краше другой для того, чтобы Нанда Махараджа просто перестал все это делать. Он сначала говорил на уровне логики. Говорит, ну посмотри, папа, ну зачем поклоняться какому-то там Индре за какими-то там дождями? Вот только там, где Индры поклоняются, только там дожди, что ли, идут? Ну, говорит, а там, говорит, ну, допустим, океан. Там кто-то Индре поклоняется или там дождей не идет? Нанде Махараджи ничего не пришлось делать, как мы слайды посмотрели. Очевидно, истина. Никак не опровергнуть. Вот он говорит, ну, а может быть, этот царь такой, Индра, великий, и он только зависит от нашего поклонения. И Нанда Махарадж сказал, что, ну, тогда Кришна начал говорить, если, например, у нас вся трава зеленая, да, от того, что дожди. Но откуда, говорит, эти дожди? Посмотри на небе. Вот у нас Гирирадж Говардан, смотри, какой он высокий, он же выше облаков. Именно он останавливает, а Гирирадж тогда действительно был выше облаков. Он говорит, смотри, говорит, все облака, они упираются в вершину Гирираджа Говардана, и у нас оттуда постоянно идут все реки и все ручьи. И всегда хватает всей воды. Ну, при чем здесь Индра? Индра, говорит он уже с карма-йоги стал объяснять, Индра, он занимается своей работой. Если кто-то главное, это выполнять свою дхарму, выполнять свой долг. Мы, говорит, пастухи, мы свой долг и так выполняем. Наш долг заключается в том, чтобы заботиться за коровами, поддерживать общество. Почему Индра не будет выполнять свою, говорит, работу? Он обязан обеспечивать дождями. Если мы выполняем свою обязанность, почему кто-то будет в это вмешиваться, еще какие-то свои усмотрения давать или не давать воду? И, в общем, Нанде Махараджа пришлось уступить о том, что... И потом еще Кришна говорил, ты, говорит, когда Индре поклоняешься, ты его когда-нибудь вообще видел? Он появлялся, принимал твой... Вот столько много идет приготовлений, а потом кто-нибудь приходил, это и ел действительно. Говорит, тут да где доказательства-то существования Бога? И Нанда Махарадж говорит, да нет, никогда не видел. И тут Кришна говорит, а вот если будем поклоняться моему Гирираджу, я обещаю, он появится сам, и он будет есть все наши подношения. И вот это было последней точкой. Нанда Махарадж возгорел желанием увидеть это, как Гирирадж будет принимать все эти подношения. Он рассказал об этом в Раджавасе, и все в Раджавасе, они просто стали ликовать. Они сейчас увидят Бога. То, что он сейчас появится, Кришна обещал, что появится Бог, и он сейчас будет принимать все подношения, все, что они наготовили, обычно они как это, ну, то ли это принял, то ли не принял, то ли как оно вообще там все происходит. А тут Кришна обещал, что сейчас появится Бог, и мы все его сможем увидеть. И он все это, все, что мы приготовили, он еще все это будет кушать, то, что мы наготовили. И поэтому они все, как только Кришна сказал, они все с этим ликованием и радостные поехали к Гирираджу, понесли свои, повезли свои тележки. Там были, что они там только не наготовили. В общем, конечно, индийская кухня, она отличается очень сильно от русской кухни. Опять про кухню.
там действительно самые разные блюда жареных, и сладких, и соленых, и кисловатых. В основном сладкие в Раджавасе любят. Очень острое, очень сладкое. И там и разные формы, и разных цветов. Они любят делать разноцветную пищу. Вкусную разноцветную пищу разных форм и фасонов вообще. Чтобы оно действительно, пища выглядела как праздник. И вот, в общем, все эти в Раджавасе, и каждый искусен в эти, во всех этих приготовлениях. Все в Раджавасе со всех домов. Все стали складывать на буйволиные повозки. И все повезли Гирираджу Говардхану. Когда они все приехали туда, из этих того, что они привезли вкусностей, всяких там ладу, качори, все в общем в этих кругляшках, гулабджамунах и все остальное, там целые горы появились. И все в Раджавасе ждали, как теперь сейчас появится этот бог и будет теперь все это есть. И все были возбуждены. И приехал Кришна. И он тогда сначала сделал подношение, то есть там благовоние предложил Гирираджу Говардхану, потом он там огонь предложил, лампадку, все как полагается. И потом вдруг из Гирираджи Говардхана начал нечто отделяться, и огромный, колоссального размера, вплоть до облаков, такого же роста, как Гирирадж Говардхан, появилась огромная фигура, и у всех в Раджавасе были, они все замерли с открытыми ртами, смотря на этого, кого около появился. А потом вдруг, через некоторый период времени, не заметили, что он кого-то напоминает. Потом они стали поворачиваться на Кришну, и точно, ведь каждая деталь-то совпадает. То есть там стоял просто какой-то очень большого размера. Кришна стал им ругать, говорит, что, говорит, вы туда-сюда головой, говорит, вертите. Джай. Что, говорит, вы туда-сюда головой вертите, у нас сейчас поклонение идет. И этот большой, чтобы было удобно, чтобы его все видели, сел пониже на гору и начал одну за другой принимать все это гора чего-нибудь там вкусного. Просто мгновенно. У него появилось 1000 рук. Огромных, потому что там в Раджавасе принесли 1000 гор всех этих вкусностей, и он своими 1000 рук стал все в свой рот класть. И после этого, когда все исчезло, он сказал: «Анайор, несите больше!» В Раджавасе, которые были так счастливы, они никогда в жизни подобного не видели чуда, они все побежали домой. Побежали домой, чтобы забрать все, что у них было там съестное дома. Все, что было не просто съестное, да, все, что там было. Госам девоти? Yes, yes. Finish? No. What are you doing? Finishing. Quickly, they will send. Окей, Махарадж сказал мне закончить все за 2 минуты. В общем, когда они побежали все домой, они принесли вообще все, что у них было там, все эти полуфабрикаты, которые, из которых они все это готовили, все принесли перед Гирираджем, и опять от этого бесследно ничего не осталось, и он просил еще больше. И они были так счастливы уже, в Раджавасе у них же другие желания, они все послужить, а тут еще и как бы тут такой бог появился. И они уже не знали, что предложить, они и рады бы предложить, да уже и нечего. И поэтому они ему пообещали: «Гирирадж, мы тебе предлагаем все фрукты, которые растут у нас в садах». Фрукты все исчезли во всех садах. «Гирирадж, мы тебе предлагаем все зерна, которые растут у нас на полях». Все поля опустели. «Мы тебе предлагаем все корешки, все ягоды, все цветочки». Весь врач опустел, тот все съел. После этого уже подумали, а что теперь делать-то, Кришна? Кришна, спасай ситуацию. И тогда Кришна просто прожил листочек туласи, Гирирадж сказал: «Удовлетворен. Теперь говорите все свои желания, все вражеваясь, и просили об одном, о том, чтобы только Кришна был счастлив, о том, чтобы больше демоны никакие не нападали. У всех было только одно желание». Потом Кришна, и потом Мадхумангал, он, как всегда, любит пошутить. Это, конечно же, он несерьезно говорил, но тем не менее Мадхумангал сказал: «Кришна, ты извини меня, но Индра мне нравился больше, потому что потом было что поесть после него, а теперь у нас просто ничего нет». Тогда Кришна сказал: «Ты плохо слишком о моем Гирирадже Говардхане думаешь». И тогда Кришна: «Что ты не предлагаешь Господу, все будет только всегда увеличиваться».
все, что ты предлагаешь в служении Господу, и все, что связано, говорит, только увеличивается. И тогда действительно все появилось заново. Фрукты все на деревьях увеличились 2-3 раза. Весь урожай увеличивался еще больше. И все то, что приносили в Раджавасе, оно все удвоилось. И тогда Мадхумангал не унимался. Говорю, Кришна, если бы мы это знали, мы бы принесли бы еще больше. Ну и потом они делали Гирираджа Парикраму все вместе. Кришна сам первый ее учредил. Говорит, давайте теперь, вот сколько у нас есть всего вкусного, наберем с собой и поедем на большую Парикраму. Они пошли все вместе, там кто там на тележках. Кришна потом еще показывал гопи, как он умеет там из палочки там в небе закручивать, подпрыгивать, хватать, улыбаться. Потом еще к Радхарани успевал подбегать ее там касаться. В общем, у них было такое замечательное празднование. Потом они браваны поклонялись, коровам поклонялись. Все были счастливы. Вовраж. Гирирадж Махарадж ки. Now I can tell everybody go bring this alpine paraphernalia from there to here. Парафиналии какие-то говорят принести. Which paraphernalia, Махарадж? They're making their some. They're what make their. А, все вкусности надо принести. Несем Гирираджу Говардаму. What are you telling? They understand what you're telling? I said to bring whatever was cooked to Girirach Gavardhan. Yeah, yes. Go everywhere, bring. И Махарадж говорит, пошлите все туда и принесем все, что там есть. А Махарадж сказал сюда это все принести. Просад здесь будет? Нет, мы сюда принесем. Мы покоры сюда сейчас, или что там надо? Пожалуйста, пожалуйста, все готово. Да, давайте пойдем и принесем это сюда. Может быть, нам стол поставить здесь? We have to bring покоры, сбринуть everything. Completely everything, or just something. Где стол? Some plate, you know, everything. Здесь стол в коридоре. Махарадж сказал, что можно на many plates. Bring everything okay, but big part, you know, this is so much black, you know, they are. Махарадж говорит, we can put some paper. Keep some plate and bring. Махарадж говорит, не нужно сюда большие кастрюли в саже приносить, достаточно просто сделать тарелочки красивые, на тарелочках сюда принести. Обязательно все. You go. You got them, нужно ли стол вот так поставить здесь? Там огромный стол. А в зависимости от того, как оно там все выглядит, он меня попросил сходить посмотреть. Посмотри, стол. Drinking water? Water, drinking. Воды. Hari Bol? Hari Krishna, Indra Lekha, stop this. Stop. Надо, подождите, не трогать.